С вами я, питерский обзор игр. И в этом видео будем играть в игру Влад А4 «Убеги от хейтера». Я в этом видео покажу, как побить рекорд. Погнали. Давайте выберем, не знаю, персонажа какого-нибудь, Глента. Давайте за Глента играть. Начинаем убегать. Тут как-то надо бежать. Вот такая вот игра. Тут хейтеры бегут, жестокие довольно-таки. О! Круто! Довольно-таки. Игра крутая, если честно. Я сам ее не против поиграть. Глент, ты, кстати, такой ютубер, если кто не знал. А если кто знал, то ставь лайк этому видео. Вот. О, нас что-то победили. Давайте еще один раз хотя бы попробуем побить свой рекорд. Давайте прокачаем сейчас скорость, наверное. Нет. Давайте лучше жизнь прокачаем. Или нет, не знаю, короче. Ладно, давайте опять играть. В Влад А4 «Убеги от хейтера» игра очень крутая. У нас одна жизнь осталась. Мы можем проиграть. А чего за нами хейтеры гонятся? Мне интересно. Давайте побьем рекорд свой. И вот, собственно, в чем суть игры. Побить рекорд. И убежать от хейтеров. Эта игра вообще не понравилась, честно. Я всегда мечтала в нее играть. Давайте продолжим. 30 секунд рекламы. Это, кстати, реклама какая-то. Не знаю, про что она. От игры. Я не рекламирую ничего, сразу говорю. И, кстати, ребята, знаете, почему я не снимал долго видео на телефоне? На своем телефоне? Потому что на компьютере мне больше нравилось. Я там играл в Майнкрафт, делал ритмы. Кстати, ребята, я уже возвращаюсь к играм потихоньку. Будут выходить игры. Потому что я уже по Майнкрафту давно не играл. Ладно, давайте уже продолжать к сути игры. Будем убегать, собственно, от этих хейтеров, которые нас хейтят каждый раз. Дизлайки ставят. У нас только 4 лайка всего-то. У нас какая-то скорость замедленная, честно. Довольно-таки странно. Да ладно, переходим к сути. К сути переходим. Суть этой игры — побить рекорд и убежать от хейтеров. Вот. Вот такая вот игра. Еще в следующем видео будет Ивангай игра про масло. Да, мы будем играть в эту игру. Походу, что мы побили рекорд. Мы реально, наверное, побили рекорд, не знаю. Походу, да. Ну, вот так вот. О, мы, короче, добили нового рекорд. Ну, добили нового чувака. И вот, и мы реально побили свой рекорд, это очень круто, на 2 звезды мы выехали. Давайте в следующем видео попробуем, не знаю, что сделать, открыть вот этого, скажем так, чувака, одного. Влада А4 попробуем, короче, выиграть. Ну, на этом все. Вот такое было видео. Всем пока. Вы были на канале «Питерский обзор игр», и мы играли вот такую вот игру. Влад А4 «Убеги от хейтеров». Всем пока.